В Новоскольской детской школе искусств есть традиция. Каждый год в январе здесь выступают выпускники школы, кто свою дальнейшую жизнь связал с музыкой и преуспел в этом. В подтверждение тому наш следующий сюжет. Для Лизы Павленко музыка – вся ее жизнь. Мама – преподаватель детской школы искусств, так что играть на пианино девочка училась едва ли не раньше, чем ходить. Сейчас Лиза – студентка Воронежского музыкального колледжа. В планах – получить и высшее образование, выступать на сцене. А в родной школе девушка играет с особым вдохновением. А Иван Гусев сам уже преподаватель. В прошлом году закончил Московскую академию музыки имени Гнесиных. Теперь там же учит студентов. В Новооскольской школе искусств Ваня был одним из самых ярких учеников. С детства писал музыку, побеждал в конкурсах пианистов. А вот профессиональным пением решил заняться не так давно. Без этих людей, которые здесь работают, без Лены Савишны, без Ольги Георгиевны, я бы, наверное, ничего этого не смог, потому что еще маленького меня к ним привели, они меня растили, как мои вторые мамы, помогали, давали советы, учили, терпели какие-то мои неудачи. С них вообще начался мир музыки в моей жизни, и вот без которого я теперь жить не могу. Этот концерт не рассчитан на широкую публику. Это встреча друзей, которые понимают и любят. Среди слушателей не только педагоги, но и нынешние ученики. Те, для которых пример старших товарищей станет хорошим стимулом для достижения своих успехов в мире музыки.